Так, имя, прозвище, рост, узрост. Привитание усім самого доброго ранку. Особливости характеру. Не, лепш нежей написать, а тут будет... Лесик, ты витаться будешь? Витаться, витаться... Ой, доброго ранку, усім салют. Так, тут буду записывать личбы, тут литеры... Тут отрымается формула. И як вам подобается наш разумник? Ну, ниякого выхования. Як приляпился до своего компьютера, так и сядить. Я тут великий эксперимент рыхтую. И ты, Кася, ему дельничаешь. Я? А что робить треба? Сядеть и отказывать на мои пытания. А много их пытаний твоих? Поколь 125 налечил. Але, может, будет и больше. Пробач, Лисик, але у меня часа отказать только на 5 пытаний. На остатки отказывай сам, разумел? Пробач, я не почул, что ты зараз сказала. Полторы, коли ласка. Вот еще. Привет, Таня, как настрой? Доброго ранку, Варочка. У меня настрой цудовный. А вот Лисик наш с головой у своей эксперименты вошел. Ага, только выше и видать. Что вы там про Лисика говорили? О, привитание, Вара. Ты так само в моем эксперименте удельничаешь. Я 100 пытаний для тебя подрыхтовал. Так что никуда спокойно не выходь. Дякую, Лесик. Ты не слухай ты этого экспериментатора. У нас с тобой, Вара, есть справы и больше важные. Тайвуха, скажу, что я придумал. А вы, девчонки и хлопчики, так само в эксперименте удел прымаете. И он почнется как раз после мультфильма. Вы там не смейтесь, я починаю задавать пытания. Отказывайте на их ходко и сумленно. От гэтага залежит весь эксперимент. И вы, сябры, так само отказы давайте. Кожное ваше слово одразу летит у мой компьютер. Так что не хвалюйтесь, я усих почую. Пытание первое. Ваше имя. Так, пытание другое. Кольки вам годов? Пытание третье. Ваш любимый заняток. Так, я ничего не разумею. Некто сбивает все мои настройки. Некие ха-ха-ха да хи-хи-хи. Касик, это ты шкодишь? Ой! Кто это? Ай-яй-яй! Еще с колючками! Лесик, ты кактус не познал? Откуль он? Тут же вы с Касей сидели. Вы что, бывает с теми, кто от компьютера для пиццы не может? Лепших сябровых не познал. А коли вы поспели кактус притягнуть? Мы тут не прожим. Тогда я ничего не разумею. А вот ты, Лесичек, коли не оторвешься от своего компьютера, сам у колючий кактус перетворишься. Але у меня эксперимент. Почакай твой эксперимент. У им глядачи удельничать. Им так само чекать. Лепш мультфильм глядачам добраранка покажи, а после закидывай их пытаниями. Правильно я кажу, Вара? Правильно, Кася. Спочатку мультфильм. Усе давно его чекают. Лесик, включай мультфильм. Ну, добра, добра. Лесик, а який ты эксперимент придумал? Я хотел доведаться, який самый любимый заняток у сябро добраранка. И усе? А что еще? И для этого ты по 120 пытаний придумал? Ну вот что, Лесик. Я хотел вызначить, як узрост, имя, место жихарства связаны с любимым занятком. И накольки он веселый. Ой, Лесик, можешь далее не протягивать. Чому? Уся веселость от твоего наукового подыходу зникает. Правда? А я тут формулы подрыхтовал. Оказывается, я на зусим никому не потребный. Ну что ты, Лесик?
твой эксперимент чудовный, а формулы уникальные. Вара, ты дозволяешь мне протягивать? Варочка, не спешайся, подумай как след. Я подумала. Лесик, мы с Касей будем тебе помогать. Что? Ты не то я хотела сказать. Тое-тое. Эксперимент мы протягиваем. Только... Что только? Только скоротим спис пытанию. И кольки покинем? Одно. Варвара, ты Енис. Одно? Як одно? Якое? Про любимый заняток. Ну, давайте поспробуем. И я лечу, что все глядачи Добраранка могут подумать, подрыхтовать фото, ну, чи намалявать малюнки про себе и свой любимый заняток. А я все прогляджу, с допомогой компьютерной программы опрацую и выник объявлю у эфиры. Упэўнена, что все цудовно отрымается. Варочка, ты голова и вельми светлая, так про вельми разумных говорить. Да не, Кася, одна голова добра, а три я щелеп. И это правда. Я нагадаю адресы, по яких листы можно отправлять. 220-807, город Минск, улица Макаёнка, 9, программа Добрарана. А кто умеет, может скористаться и электронной поштой. Яе адрес вы бачите на экране. Я буду вельми чекать ваших историй про любимый заняток, сябры. Лесик, а нам с Варой так само листы писать, где мы зараз можем тебе рассказать про свои любимые занятки. Як жадаете? Я... Зроблю малюнок и отправлю поштой. И подпишу Варвара. Цікаво, ці здогадается наш Лесик, что на малюнку будет менавіта наша Варочка. И ці здогадаюся я, який любимый заняток ты пропонуешь. Покуль это секрет. Чекай лист, Лесик. А я не буду тягнуть час и загадывать вам загадки. Ты даси отказ зараз же. Менавіта так. Слухайте уважливо. Говорить Кася. Я вельми люблю танцевать, спевать, поливать, болботать себя руками, примерять новые сукенки, отрымливать подарунки, отказывать у школы лядушки, означать день рождения. Кася, мой компьютер может не уместить столько информации. Выбери самый любимый заняток, клиласка. А я не умею. Все любимые. И каждый день розные. Я вот каждую годину. Не подобается малявать, а праз момент спевать, а потом танцевать. Ну что мне робить? Давай я запишу той заняток, який ты лечишь любимым зараз. Зараз. А, у гэты час я люблю мультфильмы с сябрами глядеть. Цудовный заняток. Сдается, за мой эксперимент я отрымаю Нобелевскую премию. Лесик, а мы мультфильм отрымаем? Давайте глядеть. Давайте. Фильм. А зараз самый час збираться на занятки у садки и школы. Только домовимся про нашу наступную сустречу. И она отбудется, як заусёды зранку. У нашим добраранку!